Итак, всем привет, с вами Добгай. Начинаем играть в Кайзер Редакс за Французскую Республику. И путей здесь много. На самом деле, очень много. В Кайзер Редаксе вообще всегда много путей, в отличие от Кайзер Райха. И мне приглянулись вот эти три путя. Бонапарты, здесь Легион, это Дарнан, и Аксен Францесс, по-моему, так называется оно. И вот этот путь мне больше всего понравился, потому что потом мы еще и даем автономию коренным народам. Как-то мне кажется, что путь этот выглядит привлекательным. Так что пойдем мы сюда. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть в нашей стране. У нас такая, ну, небольшая промышленность, но она есть. И что меня больше всего удивило, посмотрите на этот флот. Здесь, блин, 19 тяжелых кораблей. Ну, если еще крейсеры тяжелые учитывать, то как бы 21. Но 14 линкоров и 5 линейных крейсеров. Причем линейные крейсеры новые. Они еще и называются Nice Class, как бы. Я согласен, реально Nice. Очень неплохо получить такое в начале игры. У них, видите, движки вторые, у них отличная скорость. Супер. У нас куча устаревших линкоров есть. Эти вот, еще типа более-менее. Вот есть вот эти предредноуты. И вот они очень медленные, и урона у них очень мало. Так что, скорее всего, эти корабли у нас в актуальном флоте не будут находиться, кроме случаев, когда у нас будет какое-то генеральное сражение. Потому что, когда весь флот у нас передвигается, ну, примерно по 30 км, если там поискать, где-то у нас еще есть какие-то медленные корабли. По-моему, тяжелые крейсеры у нас 26, да. Но так, в целом, видите, под 30 где-то что-то двигается. Ну вот, скорее всего, мы еще вот так вот сделаем. И этот лот будет достаточно быстрым. Вот. Но если надо будет драться, то мы будем сражаться вот так. Это что, поэтому... По технологии у нас всего три ячейки на старте. Техи почти все не изучены, очень много чего нету. Так что изучать надо будет много чего. Вот, пойдем мы, как я сказал, сюда. По военным фокусам у нас здесь не так-то и много всего. Самые интересные фокусы потом. Вот здесь вот еще у нас после восстановления Франции. То есть вот так вот у нас выглядит древо фокусов, господи. Но это так всегда в Кайзер Редаксе. Ну, как я и сказал, пойдем... сюда, там посмотрим. Поехали. И здесь, конечно, еще такой полусекретный путь. Ну, полусекретный, потому что он здесь показан. Это Папа Римский, чтобы стал возглавлять Францию. Но я думаю, это слишком уже шиза. И, пожалуй, туда мы не пойдем. И вот у нас лорный ивент по Французской Республике. Пали мы так же, как и возникли. Получив поражение от Германской Империи. И направились мы в Алжир. Последствия нестабильные. И у нас теперь хаос в стране. Ну, будем исправлять. Вот политическая ситуация у нас в данный момент правит Петен, который очень популярен после того, как он, ну, вот видите, Лев Вердена, повоевал в Вердене и там успешно себя показал против немцев. Хотя в итоге все равно французы проиграли. Еще надо помнить о сопротивлении в оккупированных территориях. Если будет больше 60, то оно взорвется. Следовательно, надо думать об этом вот прямо, я бы сказал, сейчас сделать вот так. Скорее всего, распустить часть дивизий и подумать над вот этими вещами, потому что гражданский надзор — это точно не то, что нам нужно. А тайная полиция, а здесь вообще, я бы сказал, даже военный губернатор. Ну, сейчас у нас заполняются потихоньку гарнизоны, становится все получше. Керенска убили, в принципе, все как обычно. Да, видите, ситуация очень-очень такая на грани. Я бы сказал, Ишк, скорее всего, вот такое может и не удержать. Так вот, нам представляют Дарнана, или Дарнан, наверное. Все-таки французский язык, верно? И Дарнан прорывает с Круа-де-Фе. Не знаю, кто это, но нам показывают его. Это один из возможных парней. Но мы уже, как я и сказал, пойдем в Аксен Францесс. Это национал-популисты. Так, Георг V умер. Ну, король, да здравствует король. И у нас тут парень уходит на пенсию. Лев съездил в Канаду. Ну, логично. Надо было, наверное, встретиться, да, с прошлым королем. И с новым королем. И у нас улучшились отношения, все-таки там мы все в Антанте, и у нас есть общая цель. Итак, нужен преемник нам, преемник де Эспере. И мы, конечно же, пойдем в Деголе. Это вот традиции, но мы пойдем в Деголе. Возможно, я еще потом подумаю, здесь есть, во-первых, путь до возвращения, а потом есть путь вот после возвращения, как я и говорил, вот здесь вот. И еще там какие-то есть фокусы. Ну, ладно, мы пойдем в возвращение короля. Ну, выйдем, когда вернемся. И здесь у нас есть три путя. В принципе, раз мы выбрали Деголя, у нас еще будет вот эта опция. Ну, подумаем, еще посмотрим.
Итак, у нас тут скоро кончина Мордока. Мордока? Не уверен, а кто это? Можно улетать из Франции? Ну, пожалуй, пускай останется. Я не очень уверен, насколько нам это нужно или не нужно. И произошел крах Берлинской фондовой биржи. Все ожидаемо. Черный понедельник. Интересно, ударит ли он по нам? Так. Нам следует гнуть поглубже. Наверное, нет. Давайте не будем. Вроде как это не тот путь, который нам нужен. Но это не точно, конечно. Я не эксперт по этим путям в данный момент. Так, идем дальше по фокусам. Взял я сразу вот этот фокус. У нас других, в принципе-то, и нету на старте. Можно сейчас уже начать качать другие фокусы. Но нет, нет. То есть, ну, вот один из этих трех можно качать. Но мы пойдем, давайте вот сюда, здесь фабрики. Господи, приятно, какой фокус. Фабрики, потом вот этот фокус возьмем, потом верфи, почему бы нет, потом ячейку и военные заводы. Вот это я не знаю, нам прямо сейчас, наверное, не нужно. Так что вот до сюда дойдем, там посмотрим. Итак, горькая правда. Наша экономика армии очень далеки от того, что требуется для успешной высадки. Там Петен глубоко возмущен. Ну, конечно. Ждем хода Жанина. Итак, план Жанина. Он собирается подкупить большое количество депутатов, чтобы убить. Странный вариант, ну, допустим. Могут вызвать проблемы. Это единственный путь. Ладно. Я не очень понимаю, зачем мы это делаем, но, допустим. Сопротивление минус и плюс стабильность. Ага. Новые репрессии, блин. Неприятно. То ли я нажал? Вроде да. Опять же, вот сюда мы идем. Вроде как пока что не важно, что мы выбираем. А вот и скандал. Коррупция была разоблачена. Изощрены взятки и тревожные угрозы. Масштабные протесты появились. Это ужас. А, кстати говоря, готов первый агент. Я тут потихоньку строю. И я бы сказал, что нам нужно сделать второго. Так что нас ждет дальше. Отставка же не найдет. Ну, что поделать. У нас есть команда. Давайте его и возьмем. Пойдет он разведывать Францию, выстрелить, что там происходит. Итак, мы тут смотрим, что надо сделать. И вот это и есть этот момент. Здесь как раз таки решается, что здесь происходит. Из этих двух выборов. Но, как я и говорил, мы идем в Action Frances. И нам нужно позвать вот этого парня, либо этого. Но мы позовем этого, потому что он дает популярность патерналистам. А это вроде чуть поближе к нам. Нужно будет отказать ему, и потом к самым правым лигам надо будет обратиться. Так, тем временем, какой-то праздник, националистический путч в Белорутении и встреча с полковником. И вот здесь нам надо ему отказаться. Отказались, и вот теперь нам нужно будет обратиться к другим лигам и там снять закон об изгнанниках, что ли? Вот оно, да. Заручился поддержкой лиг. Сюда. И у нас уже готов фокус вот этот. Мы делаем на ТНП. И Центральная Рада захватывает власть Белорутении? Любопытно. Но они все еще остаются верными Германии. Так, комбит Мороса. Ну да. Отмени закон об изгнании. Да, все правильно. Нужно оказать им помощь. И игнорировать Наполеона. Итак, невероятный союз. Закон об изгнании был отменен. И Орлеанийский претендент прибыл на трон. Ага, все идет по плану. Избавляемся от большинства дебафов с этого неприятного события. Корнилов штурмует Москву. Здесь Корнилов стал у власти. Освальд Мосли в Британии. Все дефолтно. И мы игнорируем Бонапарта. Все просто. На всякий случай сделал еще сейф, чтобы если вдруг я когда-нибудь в будущем захотел переиграть за Бонапартов, я мог не... все это пропустить. Речь Петена. И у нас избавляются от последнего вот этого фокуса. Смотрите-ка, он переоделся. Это выглядит прекрасно. И у нас открылись новые фокусы как раз-таки. La France Bouge. Наверное, это считается по-другому, но я не знаю французского. Но как я и говорил, мы сначала дойдем все-таки до военных заводов. Уж слишком это солидно. 4 военных завода и 1 ячейка. 3 верфи. Просто приятно сверху. Здесь, кстати говоря, можно побольше верфей на корабли отправлять. О, у нас, кстати говоря, ивент на опыт флота. И это то, что нам нужно было. Я как раз таки хотел сделать линейный крейсер подходящим.
Ну, просто апапал все до нормальных уровней и поставил побольше дополнительных орудий на легкую атаку. Я думаю, подойдет. Давайте таких кораблей и поделаем. Причем сделаем вот так. Все равно будет строиться, скорее всего, меньше. Но почему бы нет? Они будут все еще со скоростью 38. В принципе, подходит нам. У нас прибавилось фабрик. Мы теперь можем сделать отдел криптологии и начать тоже взлом. Ну и берем уже ячейку исследования вот эту. Потихоньку мы тут наращиваем нашу разведсеть. И будем наблюдать, что там происходит у другой Франции. Дело есть, начинаем взлом. Потом еще будем, можем в принципе не потом. Хотя нет, давайте сначала так. Не одновременно, все-таки это дает сразу бонусы. Вот будем сразу чуть получше видеть. Белсенс от Китая нам не сильно интересно. Кстати говоря, у Аксион Францесс есть поклонники, так сказать, Аксион Алжирин. И более того, я вам немножко наперед скажу, мы с ними будем сотрудничать. И именно из-за этого мы получим вот это вот кодекс коренных народов и будем с ними нормально дружить. Добавлено, что, казалось бы, самая типа правая партия, как обычно здесь левая, здесь правая, да, которая еще имеет цвет фашизма, национал-популизма, сотрудничает с местными. Любопытный исход. Итак, ячейка есть, я этим доволен. Здесь нам особо ничего больше не нужно. Можно пойти сразу вот сюда и достроить транссахарскую ЖД. И, наверное, давайте я это сделаю, потому что, скорее всего, там какое-то время будет это все строиться. Стоит, наверное, сделать это пораньше. И стоит, наверное, пойти в самолет тоже пораньше, потому что у нас есть очень хорошие бафы для самолетов. Минус 10% стоимости производства — это сильно. Ну и здесь небольшие тоже сверху бафы есть, хотя здесь маневренность — это не небольшой баф, это вполне себе солидный. Думаю, до танков мы не сможем все-таки дотянуть экономически, но вот хотя бы до какого-то количества самолетов вполне. Итак, началась постройка. Смотрите, можем уже нажать первую фазу. Так как я и говорил, это занимает время, я правильно это угадал. И нужно отвлекать ресурсы железной дороги, я не очень понял. Это типа удешевляет постройку временно. Ну, в целом, давайте, да. Почему бы нет? Типа чуть меньше политики, чуть меньше темпа, мы на это отделяем. Окей. Но здесь мы строим, кстати, только фабрики пока что, потому что, ну, 36-й год, строить сейчас военки, я думаю, не так эффективно. Если мы построим слишком много военок, у нас потом не будет фабрик на то, чтобы ресурсы покупать. И давайте еще вот сюда выйдем, получим некоторые ресурсы. После этого можно уже заняться полностью, думаю, политическими фокусами. Здесь, потому что бафы маленькие очень. Эти ресурсы нам как раз-таки пригодятся. Вот у нас микро-минусы есть. Кое-что они покроют, плюс получим мы кое-какую нефть, тоже полезно. Второй агент у нас требуется. Тоже пускай он отправляется сюда. Даже, пожалуй, вот как-то так. И мы все больше и больше взламываем. Пожалуй, давайте сделаем еще вот эти апгрейды, чтобы побольше видеть. И скоро мы таким образом как раз получим третьего шпиона. Не слишком они нас опережают, хотя, конечно, очевидно, опережают. Так, ресурсы есть. И теперь, как я и говорил, мы идем вот сюда. Реставрация, поехали. Можем еще и экономику начать мобилизовывать потихоньку. И у нас немножко переименовывается страна. Получаем еще стабильность за это. Нормально. Переименовывается в скобочках. Нет, переименовался. Регентство называется. Окей. Колчак убит. Вопросы я могу. Блин, вот это не могу, но мне еще нужна теха просто. Окей. Остальное все можем. И мы теперь очень хорошо все во Франции. Ну и это будет только улучшаться. Плюс можно начать потихоньку делать какие-нибудь операции. Я бы сказал, можно было бы повнедряться в армию и покрасть техи. Только, наверное, знаете, выгоднее все-таки в ВВС. В армии там куча техов, которые можно украсть, которые не нужны. А, к примеру, вот дадут нам какие-нибудь здесь техи, да, которые у нас уже... Вот разведроты, которые не ставили, еще что-нибудь. А вот в авиации таких техов нету, они, в принципе, все, кроме вот этой техи, полезны. Так, коронация произошла, и новый, собственно говоря, флаг. Надо подумать. Ну, я думаю, триколор. Подождите. Я не очень понимаю, какой флаг был бы теоретически лучше. Давайте, какой у нас есть, такой есть. Хотя вроде его... А, вот, да, можно его поменять. Давайте посмотрим так. Подожди, новые флаги выпускаем, ладно. Особо без разницы, пускай такое будет. Так, СР, давайте... Инвестирую минимум. Будем надеяться, что нам
Инвестиции закинут. Вот, да. Давайте-ка мы поможем. Вот это вот пускай нам дадут. А вот у нас и меняется правящая партия. Кабинет короля. Мороз придет на всю количество. Здесь у нас все еще старый король правит, но правящая партия уже Аксьон Францесс. И реставрация у нас завершена. Ну, идем дальше просто по вот этим фокусам. Пожалуй, начнем мы вот с этого фокуса. Популярности получить стабильности политики. Потом вот сюда еще политику. И здесь уже вот этот баф, который нам в данный момент особо-то и не нужен. И я уже вижу, что можем опять мы экономику подмобилизировать. Нам, конечно, это очень нужно. То, чего я не ожидал, произошло. А, можно бить войну Либерии. У меня армия даже, ну, не особо-то существует в данный момент. Давайте туда полетим просто на всех парах, я не знаю. С каким-нибудь вот этим, наверное, генералом, да? Лучше я не вижу. Поехали. И, конечно, мы отправимся на войну, раз это только позитивно для нас. Нам за 12 дней нужно успеть до туда доехать. Из тех у нас уже доступно дешифрование машинное. Будем ускорять наши взломы. Итак, будущее парламента, кстати говоря. А нам это не нужно. Или они прекрасно подойдут к консультации, давайте. Возможно, это и есть. Это нужно для будущего. Но пускай, наверное, будет консультация. Хотя, смотрите, ну да, стабильность там дает. Давайте вот сюда. Пускай будет консультация. И мы на нашу политику ставим себе промышленный концерн для исследования. Ну и строить будем чуть-чуть быстрее. Либерии объявляем войну и сразу же атакуем. Сказать, честно говоря, даже не успели особо восстановить организацию и планирование набрать. Но мы уже атакуем. Республиканская интеллигенция. И вот смотрите-ка, можем... Давайте будем в этом плане пожестче. Хотя стабильность... Нет, давайте... Опять же, вопрос, насколько это влияет вот здесь на нас. Кто вообще вот это такой? Давайте все-таки... Сложим их литературу и все. Стабильность чуть важнее. Ой, подъехала вторая фаза строительства нашей железной дороги. Нажимаем, конечно же, и поехали. Здесь мы уже очень много атаковали. Давайте обновим бои, чтобы его опыт фармился побыстрее. Ну и, конечно же, докрашиваем здесь все и потом поможем добить уже. Так, судьба политиков. Все коррумпированы или не в состоянии бросить нам вызов? Ну, давайте стабильность опять-таки. А здесь Савинков пришел к власти. И вот Либерия капитулировала. Плюс небольшие территории всегда приятно. Самое главное, 88 резины. Забавное число. Стало 35. Это нам обеспечит очень много резины для наших самолетов. Я бы сказал, на очень долгие года. Еще я как мог пропустить. Здесь есть ячейка исследований, надо в нее срочно выйти. Внедрились мы в ВВС. Стоит уже теперь красть чертежи, но у нас нету в данный момент четвертого агента, и нам бы как-то что-то с этим придумать. Но сейчас будем искать, может, мы сможем где-то его найти. Третьего, точнее, агента. Я подозреваю, что если я стану разведруком, стабильность вернулась в Соединенные Штаты. Это они избежали гражданской войны, что ли? Мне интересно. Так, разведруком стали? Да, получили агента, супер. В Австрийской империи там тоже проблемы с австрийским ариософийским государством, господи. Ну и придумывают. Любопытное название. Так, а у нас шпионы, кстати говоря, британский шпион. Давайте его и возьмем нам, на самом деле, почему бы нет. Потому что вдруг нам потом понадобится еще Британию закинуть. А у него еще и перков нормальных неплохо так. И падение Вены. Ух, что тут происходит? Тут прям жесткая заруба. Тем временем в Китае тоже идет заруба, но в Америке она не началась. Походу, реально... Реально, что ли, там гражданской войны не будет? Неужели я вышел, на, так сказать, на хорошую концовку? Наша ходная дивизия. Уже готовы первые 12. Вот такие они пока что двадцатки обычные. Потом еще, возможно, их немножко подредактирую. Эти наши дивизии тоже переходят в обычные пехотные. И пора их деплоить, собственно говоря. Вообще, на этом, думаю, можно подзавершить первую серию. Мы уже по политике выдвинулись вперед. Промышленность нашу, по крайней мере, все, что было, взяли. Сейчас политику закроем в следующей серии.
И посмотрим. Я не очень знаю, что происходит во Франции, но определенно с нами ждет только успех. Вам, ребят, был Эвгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.